закричал толпу, микрофоном машет, как ходилом поп, под танцовка пляшет, не жалея боб. Не жалея боб. Глазки, как салазки, по рядам скользят, кто там хочет ласки, подставляй свой зад. Можно только задом слушать этот хлам, вдарим хит-парадом, людям по мозгам. Людям по мозгам. Эй, оттянись, эй, отвяжись, легкая музыка, легкая жизнь. Умные мысли не мучили, что двигайте попой под музыку поп. Попсовик за денег, это автомат, сунешь в него денег, выдает формат. Ну и что, что лажа, хавает народ, главное продажа, главное доход. Главное доход. Попсовик за денег в гробике лежит, вроде не бездельник, вроде мог бы жить, но совсем засохли мысли и мозги, поскорее вздохли все попсовики. Все попсовики. На поп-волне новый сезон, это не музыка, это музон. Умные мысли не мучили, что двигайте попой под музыку поп. Замечательные люди родились в нашей Молдове, потом разбрелись по миру, но о том, что они родились, они об этом не знают, но мы им напомним. Борис Николаевич Ельцин родился в городе Бельце, и миллиардер Билл Гейтс тоже родом из Бельц. Катрин Денёв, город родной Кишинев, и политик В. Жириновский, он тоже наш Кишиневский. Сатирик Хазанов Гена все детство провел в Березовский. Бизнес-акула родился в предместьях. Антонио Свят Бандерас закончил школу. Другой же актер Джеки Чан, ну тот вообще из плеча. Французская Ницца. У нас есть курорт Рыбница. Венгерский зачем Будапешт? У нас есть получше Хинчешт. Какой там к чертям Белград? Наш мегаполис Комрад. И вообще, как понять вы смогли, Кишинев столица земли. Наш город. Ура, товарищи!